Футбольному клубу «Звезда» исполнилось 15 лет. По этому поводу на стадионе состоялся большой спортивный праздник, который собрал более 700 человек. Поздравить их приехали не только представители власти, но и знаменитый футболист, мастер спорта международного класса Сергей Юран. В продолжение темы наш сюжет. Долгожданный автограф и селфи со звездой футбола. Маленькие воспитанники спортивного клуба «Звезда» ни на шаг не отходят от своего кумира. Приезд Сергея Юрана стал для них подарком. Приезжаю, уже сказал, не первый раз, вижу, еще больше добавилось. Ну и так, самое главное, что желание у мальчишек. Получится из них футболисты, хорошо. А нет, это все равно для развития, для здоровья. Сегодня футбольный клуб «Звезда» один из лидеров в Люберецком округе. За 15 лет в спортивной школе обучились более 1200 спортсменов. Сейчас под руководством опытных наставников тренируются 250 ребят. Возможно, кто-то из вас в перспективе будет и профессиональным футболистом. Мы в этом заинтересованы, потому что вы принесете славу не только нашей большой родине, а главное нашему Люберецкому краю. Мы в этом заинтересованы. Поэтому, друзья мои, вам спортивных успехов, благополучия и здоровья. Владимир Ружицкий поблагодарил всех сотрудников клуба и вручил благодарственные письма. Директор спортивной школы Валерий Тавкач удостоился почетного знака отличия. Порадовали организаторы и воспитанников клуба. Мастер-классы по футбольному фристайлу от чемпионов Москвы. Детские блиц-турниры по мини-футболу, теннисболу, пионерболу, хоккею на траве. И, конечно же, мастер-класс от знаменитого футболиста Сергея Юрана. Мария Кузьмичева, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.